только и ждать, только победа. Кого резали, это не ко мне вопрос. А где у вас раздевалка находится? Я подпишусь обязательно. Спортивный комплекс с такой клевой звездой. Сегодня там будет матч. Петербургские армейцы будут принимать команду с очень воздушным, легким и романтичным названием «Ишсталь». Насладимся с вами хоккеем. Ну-ка, рассказывай, кого резали? Мы никого не резали, мы находили следы животных. Так. Кровь – это просто я в лаборатории была, а потом животные сбежали, мне пришлось за ними убежать. Покажи, есть, знаешь, какие интриги? Вау! Почему вас одни девушки? Пока, да. А вы феминисты? Потому что молодые люди опаздывают. Какие сегодня перформансы будут? Как обычно. Армейцы сивы! Если бы не ты, все было бы нормально. Потому что она на барабане, а я заводящая. Эти? Помнишь? Меня нет? Скажи хоть что-нибудь, это мне для эфира. Всем привет! Ребят! Обещаю, подписчикам, что ты станешь самым крутым, как называется? Ice Boys. Буду самым крутым Ice Boys. В мире. Девчонки, в общем, это... Я здесь. Он вас ждет. У тебя есть девушка или нет? Нет. О! Ну все, мы тебя найдем. Слушайте, вы прям рветесь туда, к ним. Танцевали вместе с ними раньше, нет? До сих пор. Вот произошла смена игроков на поле, и здесь тоже статисты меняют номера, кто сейчас находится на площадке и кто ушел на скамейку. За удар соперника клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Ишсталь» А можешь рассказать про эту подушечку? А еще она сделана? Там флешка просто. Флешка? Ё-моё. Это твоя вторая сумочка. А у тебя нет ничего в подушке? Нет. За удар соперника клюшкой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Самое интересное – это грустные лица болельщиков из Ижевска. Слушайте, не успели еще опомниться от той шайбы, как сказали, вторую. Я не успел даже включить камеру, настолько все стремительно было. Буквально несколько секунд. И счет уже 2-0, а ведь не прошло еще даже 10 минут первого периода. Как так можешь оставлять сумочку свою с флешкой, но теперь понял, что она у тебя всегда с собой. А, да. И что ты там еще хранишь, кроме этого? Больше ничего. Вот можешь проверить. Так, на щеку это что-то. Многие девочки еще расчески так попадут. Расчески? Да. И не ломаются. Что, можно сесть и случайно? Некоторые телефон берут, ну, чтобы не замачивать фотографироваться. Ну, в общем, я с вами в раздевалку. Смотрите. Вот он. Конский смех коня огня. Так, спокойно. Конский. Зловещий. Для того, чтобы попасть к нам в блог, ты должна рассказать что-нибудь интересное. Эксклюзивное, острое, скандальчик какой-нибудь. Сказать, я могу сказать, как меня папа на какие-то блоги убил. Он просто взял и поймал ее. Я вижу, что нацелится на меня. Я поднимаю руки, чтобы поймать. Папа за это меня сделал, говорит. Он встает, чтобы, потому что его не видно, хоккей. Так. И так летит футболка, у меня прилетает между рук, и папа ее случайно ловит. Как по вашему названию, креативно или нет, Ишсталь? Да, очень. Ишсталь Ижевск! Ишсталь Ижевск! Ишсталь Ижевск! Это кричат люди, Ишсталь, которые живут в Питере! Ишсталь Ижевск! И
сделай это, короче, так, чтобы девчонки повалили к тебе. Да, сразу? Девчонки, все было для вас. Что посоветуешь человеку, который тоже, например, мечтает, как ты, работать вот так? Стремиться к этому и хотеть этого себе. Oh, girl, you парень есть? А. Все, хватит, он будет ревновать. Что чувствует человек, которого ест конь огонь? Интересно, он вообще моет костюм? Я думаю, что нет. Стой, перспективный здесь есть, что постановка подходит. Ну, Николенко очень приличный, Аглович Кушков очень приличный, я считаю, Чуркин приличный, Слива Чубова я уважаю, давно его знаю. Такие тоже нужны в этой команде, как бы, дядьки. Я, во-первых, не считаю себя дядькой, я считаю, что мы все равны на поле, да, в какой-то степени в раздевалке, зависимо от возраста, более того, что защитить. Но мне приятно то, что, да, болельщики на меня рассчитывают. За кого будешь болеть? А за СКА переживаешь? Да. СКА тоже переживаешь, да? Да. Тебе Питер нравится? Да. А Ижевск? Да. Что тебе не нравится? СКА. А вместе с ним мы! Погромче! Сегодняшний день поменял всю твою жизнь. Да. Теперь ты станешь тренером. Да. И будешь тренировать СКА в будущем. Да. Как тебя зовут? Я зовут Матвенков. Вы ходили переодеваться. Но вы же ходили сам. Мы же не ходили переодеваться, что лет. Когда ты уже свои крутые палочки будешь использовать? Так это же обычные. А крутые для особо. Когда? Для какого? Когда он наступает? Когда я чувствую сердце. Как могут выглядеть так болельщики? Смотрите, у меня хотя бы кепка есть, и они вообще просто ни о чем. Просто исключительно приобщиться к вашей культуре, болельщики. У вас один запасно стоит, да? А вы здесь, ну как бы один постовой, кто смотрит ситуацию? Нет? Это вы нас не пишете, да? Пишу, видите, какая красная. Я вас спалил? Да нет, нет. Вообще, как мне нельзя посмотреть. Пищу, пищу. Рано приходит выдавать. Были такие случаи? Проводились. Проводили? Это за что? За то, что буйно себя вела. Хорошо, что сейчас вам охранник близко стоит. Да. Не буйно себя, а фан-сектор ведет сегодня. Вас всегда так мучают? Нет, нам нравится. Нравится, что вас мучают? Нам нравится фотографироваться. Давай. А где у вас раздевалка находится? А это секрет. Который мы скоро узнаем. Нет, это секрет. Ну что ж, закончилась игра. Как видите, на льду уже никого нету. Пустой стадион, пустые трибуны. Лед уже остыл. Но до сих пор здесь чувствуется запах победы. СКА выиграл 4-2. Всех поздравляю. Смотрите нас. Увидимся на хоккее.